Приветствую, дорогие зрители, с вами Делирон и Миникоша, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем наши сказочные приключения, либо летсплей сказка, как кому больше нравится. В прошлой серии мы столкнулись с опасным племенем каннибалов, нашли себе на попу целую кучу приключений, этой самой попой мы выращивали разные интересные растения, и в этой серии я очень хочу исследовать этот храм, он очень дико крутой, только нам нужно будет сейчас сходить забрать наши факела, и, кстати, нам нужно будет с тобой искать где-то очень много либо зомбаков, либо какой-то живности, из которой кожа выпадает, и мы сможем из этой кожи делать себе очень крутые рюкзаки, потому что без рюкзаков нам будет с тобой очень грустно. Так, это нам нужно, я тогда сейчас смогу что-то себе полезное сделать. Кстати, что нам нужно для того, чтобы сделать рюкзачки? Где они? Я хочу сразу делать очень большие крутые рюкзаки, так что нужно будет, ой, как очень дофига всего делать, это рили будет очень тяжело. Так, вот наш верстачок, я сейчас делаю по максимуму нам с тобой факелов, с тобой по-братски поделюсь, так, по-кошачьи. Так, это мне нужно. Там вроде бы где-то крипер только что или эндермена я вроде бы слышал. Я не сильно понял. Так, короче, вот тебе 10. Это все, что у меня есть. Я могу, в принципе, еще немножко закинуть. Пусть перепекаются. Ладно, тогда еще немножко закину. Мы можем либо с тобой пойти еще немножко ресурсов прикопнуть, потому что у нас не так-то уж и много ресурсов полезных. Может быть, мы с тобой найдем уголь. Может быть, еще что-то. Просто для исследования подземелья. А у тебя нифига нету, ни камушка, ничего? Нет, у меня есть только дерево. Ну тогда ты идешь со мной за компанию и будешь просто на меня смотреть. Либо я сейчас тебе немножко добуду. Но погоди просто, у меня как бы нет возможности сразу все тебе дать, все, что ты хочешь. Так, раз, раз, раз. Все, отлично, я тебе могу дать немножко камушка. Что, а, да, ну ты давай. Не сможешь, рукой стоит, копает. Да, держи тебе вот это и вот сейчас это. Сейчас пойду сделаю. Давай, иди. Чудовище кошачье стоит хоть рукой. Как-то, я не чудовище. Нет, ну кошка нубик, я понимаю, все дела, всего лишь 3 года в Майнкрафт играю. Да, маленький срок, кто там вообще что умеет. Так, я сейчас я тоже накопаю хотя бы немножко камня. Я искренне сомневаюсь в том, что я смогу здесь найти хоть что-то полезное, пока я буду копаться. Так, отличненько. Нубик пришел. Кто? Нубик пришел. Нубик пришел? Воу, нифига себе. Воу, так воу. Необычно все появляется. Воу, там кто родил. Железка нашел. Так, только мое же. Я мое. Слышь, не, ну алло, мой... началось. Не, мистер Коржик. Может, там что-то даже не есть? Думайте, даже не думайте, мистер Коржик. Ой, как дофига. Так, ну это считай, ну, что подожди. У нас с тобой уже будет немножечко полезных инструментов. Так, крутяк. Так, надо идти крутяк, прямо. Мне нравится. Да все, валим отсюда, у нас с тобой другие цели на сегодня. Блин, я немножко добыл ресурсов, так что можно теперь отсюда сваливать. Я думал, что я вообще уголь смогу найти, но уголь я не нашел, к сожалению. Но ничего, сейчас там у меня немножко переплавилось печки, так что все у нас с тобой будет хорошо. Пока не стемнело, нам бы вообще не помешало бы баранов найти, а потом уже ночью можно идти всякое исследовать. Так, это мне нужно, это мне не нужно, это мы перепечем. И еще можно сделать, так, только не сюда. Сейчас я верстак, а ты шубурек что ли жрешь? Да, а, свеклу, то есть. Не, ну все называют по-разному, я привык с детства так называть. Ну, так, у меня еще факела появились. Ну все, давай тогда идем исследовать. Я железо. Думаю, что там все, что нужно. У тебя, кстати, ты перепекаешь его что ли? Не, не трогай. Ты это забрал. Мое железо. Думаю, что-то еще себе. Крипер что ли? Воу, осторожно. Фу. Он превратился в фейерверк. Он реально сейчас мог мне лицо взорвать просто. А как мы будем вообще в эту деревню стрелять? Человек-паук. О, это что, как это он летает? Волшебный. Ты видел? Надо было, наверное, сделать себе хотя бы немножечко лопаточек. А ты говоришь, что я ладно. Да нормально, я мечом копаю, слушай. Это как лопата, только меч. Ты что, никогда мечом не копал? Да ты всегда мечом копаешь. Это как, это же лучше, это просто нанотехнология. Так, аккуратненько. Все, вот теперь у нас есть плавненький спуск. Тут можно осветить. Вах. Вах, как красиво. Что тут? Красивенько. Тут ничего нужно нет. Аккуратно закопаться вниз. Если ты помнишь, в этих храмах внизу есть ловушка. Если наступить на ножную плиту... Блин, какие у тебя глаза все-таки красивые. Так, ладно, я закапываюсь. Давай. По-моему, как-то вот так вот можно. Ты можешь, я не знаю, что делать. Стой и смотри. Стой и смотри, чтобы меня не зафигарили. Я буду аккуратненько пытаться зарываться. Так, вот так вот. Но я могу тоже проверять. Вот так вот. Но мне что-то стрёмно за то, что мы можем с тобой сдохнуть. Так, где-то вот здесь должен быть. Подожди, что-то я заблудился. Ты мне блоки не ломай, мистер Кошка. Так, мне вот здесь налево нужно будет идти. Не разрывай все. Ладно. Обратно поставлю. Тихо.
Так, сейчас, все, я сориентировался в пространстве. Тебе. Тут смотри, не упади, внизу ловушка, все взорвется. Депка. Я тебе разрешаю посмотреть, только аккуратненько высунься. А, нет, я боюсь, я не пойду. Вот туда, я говорю, что не что стоит, там опасно очень. Я сейчас буду стараться разбирать эту стеночку аккуратно. И спускаться Ого. Будем вот так вот по краешку. Нам все равно нужно будет сундуки откопать. Если мы сундуки не откопаем, то мы их не сможем открыть. Я боюсь, как что красиво. Может какой-то блок упасть на ножную плиту и все жахнет. Тут или ну, может все жахнуть, и будет печалька. Стою. Так, все, я аккуратненько спускаюсь. Еще аккуратненькие. Так, я открыл один. Вау, и что там блоки было? Красивые. Ой, не, они не, новогодние. Я пока откопал его. Ну да, у нас пока еще новогодние праздники. Так, я это разломаю. Все отлично. Больше ничего не взорвется. Я думаю, что мы можем динамит не откапывать. Он нам не нужен. Да, может быть, потом он нам пригодится. И мы сможем им воспользоваться. Я даже вот это вот красотище, может быть, на место повозвращаю. Так, это вот здесь было, это вот здесь было. Так, а ну-ка, не трогай, не трогай. Я еще пока даже сам не осмотрелся. Работай, работай. Я пока еще занят своими делами. Ты, кстати, вон уголек можешь выкопать. Так, а ну-ка, смотрим, что у нас здесь. Слушай, а тут дофига прям гнилой плоти. Мы ее все перепечь сможем. Тут ну, есть да. немножко всякой фигни. Так, это мне нужно, это мне нужно. Порох. Ну, не знаю, порох мне нужен, наверное. Так, а ну-ка, ничего не трогай. Там ухоль. Так, ты пока сундуки не открывай, я тебе потом все расскажу. А, мне конечно. Это очень интересно. Так, что... Что там? Алмазы? Там какой-то очень необычный меч, но у него всего лишь 38 прочности. Нужно будет исследовать, что это за меч такой. Так, золото, лошадиная алмазная броня. Не знаю, нужна ли она нам. Кости. Это мы забираем. Что у нас здесь? Да ладно. Ты себе даже не представляешь, что я нашел. Я вижу какое-то драконье яйцо. Это не просто, это драконье яйцо. Это призрачный дракон. Это яйцо Ого. Призрачного дракона. Мы с тобой сможем, блин, почти со старта летсплея вырастить дракон, и у нас с тобой будет дракон. Нам даже не нужно убивать дракона, ты понимаешь? Нам не нужно никуда ехать и убивать дракона. У нас раз и счастье сразу же. Так, ты погоди, это, по идее, вот это мне тоже понадобится. Так, надо будет, наверное, нам забрать эти сундуки с собой, потому что у меня заканчивается место для хранения всякого. Так что я, скорее всего, сундуки все эти с собой забираю. Ну да, можно. Так, сундук, сказать. Ты пойдешь со мной. Мы до сих пор не сделали себе топор, так что я мастерски копаю все рукой. Слушайте, реально, мне очень понравилось то, что мы вот так вот с тобой раз и нашли такие крутые вещи. Это просто сказочно. В одном месте деревня, храм и поселение вот этих вот пузатых монстров. Все, если пока. Хочешь, я тебе могу доверить все-таки добычу динамита. Не-не-не-не-не-не. Он, по идее, здесь, да, вон здесь его Спасибо. Много. Спасибо. Потому что мне некуда брать. Ты можешь просто рукой поломать его, по идее он не взорвется, но ты это не думаешь? Точно. Нет, Делерон, я боюсь. Да давай, отлично все будет. Ну ладно, давай. Во-во-во, ты же под моими ногами не ломай, что началось-то. Да он нормалек. Я вот это поставлю. Мне на секунду показалось, что ты подожгла динамит. О, испугался. Да-да. Испукался. Испукался. Все, валим отсюда. Я его забрала. Моя я хочу узнать, выполнена. Что это за меч такой. Слушай, мы, кстати, с этим мечом можем напасть на вот этих вот мордочек в масках и надавать им по щам. Они нас с тобой обижали. Меч. Они нас с тобой обижали, мы сможем тебе показать меч. Ну вот, смотри, так. Только не бей меня им. У него 14 Ого. Урона. Ничего себе, ну вот посмотри. Травянистый не меч, бей, похож. Не бей, пожалуйста. Это кактусовый меч. Кстати, я хочу глянуть, как его скрафтить. Я себе хочу потом такой меч скрафтить, потому что 36 прочности, это как-то маловато. Да ладно, блин, нужно использовать 2 алмаза, 2 изумруда, 2 кактуса и обсидиан. Блин, мы прибереги в скором его. Времени не сможем себе такой же сделать. Надо будет его как-то экономно Может, использовать. Может, мы где-то его с собой найдем? Он рили, какой-то слишком Свеколка. Жесткий. Рили. Свеколка. Мы пока все еще живем тогда в этом вот домике. Хотя я не хотел этого делать. Но пока мы еще здесь живем. Так, это сюда, временно. Это сюда. Временно. Так, я тогда сюда сложу всякую вот эту вот фиговину, которая мне не нужна. Свеколка потому что я с собой вообще. Это все таскать не могу. Так, это жратнина. Ну, это якобы тоже жратнина. Это лучший друг наш будущий. Так, сюда я сложу, наверное, всякие вот такие вот штуковинки. Тебя. А, лошадиная броня. Тебя вот. О, мой лучший друг. Ну, я не знаю, мы с кошкой еще как-то поборемся за него. Я не знаю, кому на самом деле будет принадлежать. Я про дракона сейчас говорю. Либо мы с кошкой поделимся так. Я тебе предлагаю дружить с крокодаком. У меня есть яйцо крокодака. А ты тогда... Я его боюсь. Ну, короче, у тебя крокодак, а у меня дракон. Кого ты меньше боишься, крокодака или дракона?
Блин, ты уже жратву Ну, перепекаешь. наверное, дракон. Наверное, сделаю, наверное, еще одну печку, потому что у меня А у меня, слишком я много могу сделать всякого тебе печку. перепечь нужно. Я уже себе сделал. А, Только ну я думаю, окей. где мне это красивенько поставить. Так Скорее сверху всего, вот можно так. поставить. Да, 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 отлично. идея. Это все перепечь нужно. Я надеюсь, что она перепечется. Это же как-то так работает. А у тебя есть еще уголечек? Так, а ну-ка, Нет. Гошки, уголька я украду немножко. Вот сюда угольки. А че не печется-то? Ты же должно было перепекаться. Может, мешает ему вот эта вот книжная полка? Не, скорее всего, что-то пошло не так. Надо будет разбираться. Потому что оно как-то должно было перепечься. Так, а ну-ка, нужно найти, как вообще это выглядит. Так, а ну-ка, как ты крафтишься? Ага, нужно Ты использовать. знаешь что? Блин, дофига нужно. Я-то думал, что я сейчас я получу целую кучу кожи. Оказывается, оно по-другому вообще делается. Что у тебя случилось? Свеклу можно жарить. И что А с ней я-то будет? думаю, что она не восполняет здоровье, она мало А-а-а. восполняет. Ничего Блин. себе. Я всего лишь 5 кожи смогу получить. Я уже думал, что у меня что-то багнулось. В ранних версиях по-другому было. Ну ладно. Мне прям дофига нужно будет всего, чтобы сделать хотя бы один рюкзачок большой. Так вот, Мне большой. есть плоть. Для его крафта нужно будет использовать 3 вот эти вот кусочка. Каждый из них собирается по-разному. К примеру, ну это сколько у нас Башенка. получается? 5. Ну дофига нужно. Прям дофига. На улице уже стемнело. Шикарно. Шикарно, что стемнело. У меня только 2 факела. Сейчас тогда У уголек меня поворую. 10. Так, отсюда уголек украсть. Сейчас я сделаю. И пойдем мы с На, тобой, держи наверное, факела. ночью нападает на этих монстров. Так, три. Три. Не-не-не, не давай. У меня уже А я взяла. 19 есть. Ну, На давай тебе обратно мне. немножечко отдам. Вот так вот, вот так вот. Все, О, по-братски мы с тобой брыгиваешь. поделились. Ага. Так, подсказки пока выключаю себя. И думаю, что можно. Блин, опять ночью. Серьезно. Я не хочу тратить этот меч. Я возьму себе бомжовый меч. Наверное, буду нападать на них. Нам, С кстати, с тобой бомжовым же мечом? кожа нужна всякая. Так, ну-ка, получай, получи, 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 Сейчас получи. помогу. Только мне лицо не ломай, пожалуйста. Так, мы его зафигали. Ой, еще один. Я Еще одна помогаю, помогаю. девчушка. А, это Хаск. Ничего себе. О, Сзади, 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 я сзади, вижу, вижу, опасность. вижу, вижу. Надо было днем походить, напукать себе еще всякой фигни. Так, Там мы надо опять не быстренько напукали. пукать. Блин, там сзади опасность. Какая-то девчонка бегает. О, спасибо, Цавкила. Ой, иди отсюда. О, смотри, какой-то призрак. Ой-ой-ой. Там какое-то чудовище Вау. вообще убежало. Кто-то стреляется. Это скелет, Блин, это не скелет, опасно. это Это скелет, это девочка, девочка. скелет, девочка, да. Так, получай. Отлично. Нам с тобой очень бараны нужны. Без баранов у нас с Ну тобой да. прям печалька. Мы не можем с тобой пропускать ночи. Можно, конечно же, просто закрыться, пересидеть. Лучше идем тогда в пещеру, пока сегодня покопаемся. Как кошка. Как кошка. Так, закрывай, закрывай, закрывай. Да. Так, это я, кстати, могу еще одну сделать такую штуковину. Ой, Блин, что ты они кричат смотришь? вообще. Смотри, Только смотри, не открывай смотри. двери. Не открывай, не открывай. Он залезет. Там куриная башка торчала, я все видел. Да. Кстати, пока можно, знаешь, что сделать? Понаделывать себе. Как-то вот так эти палки делаются или как? Так, я сейчас пытаюсь Нет. вспомнить. Так, мне нужна моя снова подсказка. Stone frame. Как это делается? А, из обожженного камня. Блин, да что камни жарить? Сложно так все. Ну Капецка да. просто. Так, ну я немножко закину, пусть он здесь перепекается. Идем тогда в пещеру, зароемся. Идем. Так, я могу себе еще сделать пару кирок. У тебя кирки хватает? Количество у тебя кирок? Ну, одна у меня есть. Нормалек. Мне Так, мне нормалек. нужно немножко камня тогда украсть у себя же. Так, сколько мне нужно? Раз, два, три, шесть. Все, пусть перепекается дальше. Ну, Так, ты можешь идем. пока тебе закапываться. Ты меня можешь не ждать, в принципе. Ну, Че тебе? ладно, я пошла. Так, раз, два. Все. Внизу можем разделиться. Нам хотя бы угля найти, что ли. Хотя бы что-то полезного. Или баранов ищи Я, в подземных. общем, направо Может, ты пошла. найдешь барана. Слушай, а может, я смогу сделать... Я могу кровати нам сделать. А Слушай. есть у тебя из чего? У тебя Ну... шерсть есть? Я нашел кучу паутины же в храме. Я могу, короче говоря, сейчас сделать нам кроватки. Все, я сейчас сделаю кровати. А, ну есть у меня Прикинь. паутина, у меня уже Ерили нет. могу сделать кровати. Я додумался. Кто тут мозг? Но нам, по Я. идее, спать не дадут. Ну да, ты у меня кошачий мозг, конечно. Так, у меня вроде бы всего хватает. Так, а ну-ка, вот Так, так, забираем. вот так, и все, две кроватки готово. Прикинь, у нас есть с тобой две кроватки, можно с тобой спатки. Где бы их поставить? Слишком какой-то, блин, домик ужасный. Я, может быть, в домике напротив-то разделаю кровати. Ну, это временный у нас дом. Так, я двери закрываю быстрее и бегу в другой домик, закрываюсь. Так, отлично, факел. Не то, чтобы прям тут дофига места, слушай, тут А мне прям что, к вообще не тебе идти? Я дофига. тут прокапываюсь. Ну давай ко мне, тут две кровати поставлю. Тут прям Ну, места у ладно. меня вообще мало. Но я тебя жду. Тебе понравится. Это прям новый нанотехнологический дом. Простынка Там на есть на улице какая-то кроватке? дичь творится. Простенько. Тут какая-то девочка светящаяся с красными глазами. Она реально Все, меня я иду к пугает. тебе.
Нарили стрёмно. Мне бы кирку еще сделать. Давай, я тебя жду. Да кирка. Я иду поднимаюсь. Потому что я сейчас спать лягу, и все. Он смотрит на меня. Слушай, а где кровати? Я вот в соседнем домике. Выбегаешь, закрываешь за собой двери, и я тебя жду. Давай, забегай, забегай. Быстрее, быстрее, девочка бежит. Закрывай, закрывай, закрывай. Так, все, я ложусь, ты ложишься. Ну, конечно, монстр рядом. Так, ты пытаешься, я пытаюсь отбиться от них. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Невозможно. Так, фигарих, фигарих. Блин. Блин, 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 блин. Надо было освещать деревню. Надо было деревню освещать. Кто-то взорвался. Уходи, 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 они сзади тебя. В ушах звенит, кошка. Ничего поделать не могу. Боже. А ну интересно, я поспать могу. Почему мы не осветили деревню? Блин, надо пожрать. Где тот дом? Это тот дом? Вот он, Дилерон. Заходи. Закрывай. Заходи, закрывай. Эй-эй-эй-эй-эй! Да отлично. А, отлично. Так, ты ладно, умер? Я возвращаюсь. Да, возвращаюсь на свое место смерти. Блинчик. Так, я в домике. Можно спать? Нет, все еще нельзя. Мне какая-то фигня выпала из них. Я не хочу на них тратить свой крутой меч. Не выходи. Блин, не или выходи. Придется. Так, отбиться, 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 отбиться. Где эти монстры? Осветить, осветить. Сейчас я быстренько пробегаю, освещаю. Ой, меня скинули. Там еще один, кажется, крипер-невидимка. Лошадь! Там какая-то лошадь, призрак. Можно спать, Дилерон, быстрее, заходи. Бегу. И закрывай за собой двери. Не-не-не-не, нельзя спать. Быстрее. Тебе разрешили спать, а мне нет. Блин, типа я уже поспала. Жесть. Так, уходи отсюда, парень. Капец какой, такая жесть. Мне после взрыва в ушах аж звенит просто. Ой, это ты? Что у тебя да, на голове? Да, спасибо. Я не знаю. Так, я вроде бы еще жив, дурацкая лошадь. Сдохни. Блин. Сдохни. Меня реально так контузило, у меня в ушах звенит до сих пор. Пытайся лечь спать, пытайся лечь спать. Забегай. Блин, нельзя, монстры рядом. Ой, я закрыла дверь. Дурацкие монстры. Они все время где-то близко. Ой, девочка. Пытайся лечь спать постоянно, сейчас я буду пытаться от них отбиться. Давай, давай, давай. Так, пожрать. Надо было себе, наверное, сделать еще щиты. Где вы? Где вы, монстры? Какая-то курица бегает. Сейчас, кажется, день уже быстрее настанет, чем мы с тобой поспим, давай, Рили. Давай, давай. Надо так было я кровать уже, и в пещеру уносить. Ну, у тебя, возможно, применилось твое... Не, меня-то фигарят. Скорее всего, да. Жесть. Ну, тогда выходи, сражайся. Да, а ты пытайся спать, давай. Давай быстрее, быстрее, нафиг, быстрее, нафиг. Быстрее. Да пытаюсь. Так, все, Дилерон бежит в схватке. Тут девка. Хаск вроде бы еще бегает. Да, это Хаск, нет, это паук, паук, паук. Давай так, быстрее, давай, спи, ложись. Дилерон. Нельзя. Монстры близко. Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть, еще куры эти нападают. Долбанные куры. Так, факел Дилерон еще ломает. Так, меня освещение. Отравили. Быстрее спать. Кошка их увела. Нет, я лег, я лег, я лег. Давай, 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 давай. Ну, как минимум, у меня, по идее, сохранилась моя точка возрождения. Надо быстренько. Так что есть. Можно. Быстренько, быстренько, быстренько. Так, все, я пошел отсюда. У нас возрождение с тобой же есть. Ты легла, что ли? Нет, я кушаю. Не, монстры близко. Солнышко встает, прикинь. Уже солнышко встает, шикарно. Ну, о, у меня какие-то стрелы необычные. Я пойду есть. Морковки заворую немного. Ну, воруй морковки, то у меня осталась одна. У меня вообще ничего нет. Так ты не садишь, тут, блин, столько всего, и ты не садишь. Ну, я сажал. Это просто кто-то не пукает на морковке. Я пукаю всегда. Какие-то паучки еще бегают. Я слышал, я слышал, я все слышал. Так, кошачий буряк. Она меня... Это... А я уже с этой. Так, занимайся тогда всякими нет, вот нет, этими нет, штуками. Нет, 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 я умерла. А, это какой-то маленький где босс был? Где появилась? Слушай, я ты какой-то босс? А на кровати, да? Да, отлично. Шикарно. Шипардос. Так, а что? А, у меня замедление наложено. Нифига себе, какой-то паучок очень жесткий, он замедление накладывает. Надо так, но у меня нерешенные терки с этими монстрами. Так что я, скорее всего, дождусь, когда у меня спадет замедление, и пойду постараюсь их зафигарить. Так, это отсюда вообще. Так, давай, кошка. У меня на голове. Че? Я ж тебе говорю, у тебя девочка какая-то, я из-за это я случайно убрала. Как-то одел на голову девочку? Это что? Как вообще? Что? Я случайно перетащил на голову призыв зомби. Ну, я не знаю, у меня как бы мои кроличьи уши и девочка на голове. Не, ну это крутяк. Ну, не знаю, мне пока нравится. Я не понял, как это произошло, но мне пока все нравится. Я испугалась тебе. Так, я беру свой супер крутой меч. Ты идешь со мной или как? Или ты будешь пока заниматься всякой фигней своей? Садоводством. Наверное, ну, хорошо. Потому что еда нужна. У меня очень мало возможностей кому-то навалять. Блин, они орут на меня. Так, ну получай. Так, отлично. Обожаю пукать. Хоть это странно звучит. Сдохни. Блин, у меня почти поломался. Хочу хотя бы одну маску из них выбить. Ну я, наверное, сейчас к тебе приду. Так, зафигарил. Маска, 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 маска выпала. Иду. Маска, маска, смотри, у меня есть маска. Так, я себе с головы снимаю. Если хочешь, одень его на голову. Я, кстати, тебя посмотрю. Так, а как у его меня одевать? Есть. Просто перетащи в ячейку того, что одеваешь. О!
Так, а у меня маска, которая дает скорость. Посмотри, у меня маска, которая дает скорость. Вау. А это что, ничего не дает? Но это ничего не дает. У меня крутая маска. А сколько у меня осталось с прочности? 32. Я, по идее, могу еще парочку этих монстров зафигарить. Я тоже хочу туда. Только деда не пытайся убить. Мы с ним еще будем дружить. Тут всякая фигня валяется. Он что-то говорит. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то, кажется, они все поразбредались. А вон, вижу, еще один бегает. Ты что, вниз пошел? Ну, я тут ношусь пока снизу. Ой, он что-то делает страшное. Так, отлично. Зафигарил. Маски больше мне не дают, к сожалению. Так, а ну-ка смотрим. К нему нельзя подходить. Ну, я, по идее, могу. Я одел на себя маску, я могу с ним даже поторговать. Да, если я ему принесу 10 блоков золота, он мне даст возможность использовать эту вот магию. Типа, фигарить с неба вот такими вот штуковинами. Типа, как, видишь, сейчас на круто, тебя нападает. Да, 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 только да, осторожно. Вообще. Он еще призывает этих чудиков, я думал, что я их всех поубивал, и все. Так, ну круто. Главное, что они постоянно спавнятся, мы сможем с ним поторговать когда-нибудь. Так, чудики, чудики. Я ухожу. Сейчас я попытаюсь тебе выбить давай, тоже какую-то маску. Помоги. Так, а ну-ка получай. Так, маска не выпала. Блин, они жесткие. Аккуратненько, только кошка бы не попасть. Что ты меня фигаришь, парень? Я тебя не бил. Это скорее всего он. Не, я ему говорю. Это скорее всего он. Ну, блин, вообще крутяк. Слушай, мне у меня осталось сколько? 29 прочности. Довольно-таки дофига. Я думаю, что в следующей серии мы с тобой можем заняться созданием рюкзаков. Угу. Надо добывать себе целую кучу гнилой плоти, либо кожи. Сделаем себе это рюкзаки. И еще я знаю, что можно сделать кое-что очень интересное для того, чтобы лазить по шахтам. Это особые тапочки из факелов. Они, короче, мега крутые. Я думаю, что у нас будет вообще все очень офигенно в следующей серии. Надеюсь, что вы ее не пропустите. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. Чем больше пальцев вверх, тем чаще выходят серии по сказочным приключениям. Всем очень большое спасибо и пока-пока. Пока, мяу.